А почему вы не стали учиться дальше? А зачем? А из вас бы мог стать хороший руководитель. А по-твоему, все должны быть руководителями? Нет, ну не все должны, но все хотят. Знаешь, Сашенька, был такой римский император Диоклетиан. Кстати сказать, очень приличный император. Так вот, так сказать, в самый расцвет своей империи он вдруг отказался от власти и удалился к себе в деревню. А когда из Рима приехали, чтобы просить его вернуться к власти, он сказал: если бы вы видели, какую я вырастил капусту, вы бы перестали меня уговаривать. И не вернулся? Нет. Так что не все хотят быть руководителями. Хотя справедливости ради надо сказать, что, кажется, это чуть ли не единственный случай в мировой истории. Так значит, вы предпочитаете выращивать капусту? Нет, я предпочитаю делать в своей жизни то, что я люблю, а не то, что модно, престижно или положено. Люблю свою работу, потому что когда я туда прихожу, там начинает крутиться то, что без меня не крутилось. Люблю своих друзей, потому что, несмотря на то, что мы знакомы 1000 лет, мы все равно всегда новые и интересны друг другу. Люблю твою мать, потому что люблю. Чего ты смеешься? Да нет, ничего. Просто мне с вами ужасно интересно. Так значит, вы абсолютно счастливый человек? Не вполне. Если бы мне сейчас удалось выпить стакан газировки, пить ужасно хочется, то я был бы абсолютно счастлив.